Человек холодно. Где уголь? Ну что, весь прожарился? Нет. Нет, блин, теперь холодно дома. Оденусь. Был бы я в деревне, я бы сейчас с радостью бы сходил в магазин. Купил бы себе угля. Спокойно бы наслаждался этим утром. Но нет же война. Может, в деревню отправиться? Да кого? Это сумасшествие. Какая деревня? Федор, о чем ты думаешь? Ну, куда? Ладно, включу свет хотя бы. Давай. Ну, включайся. Свет, ты чё? Лампочка. Нет, не перегорела. Еще раз. Неужели что-то с генератором? Генератор исправил. Проводка. Проводка. Цела. Что с генератором? Топливо все кончилось. Ай, топлива тоже нету. Неужели придется возвращаться в деревню? Я не верю просто в это. Я уже не могу. Ну, что у меня есть? Ай, ладно, соберу рюкзак. Рюкзачок мой. Топор, все. Ну, что нужное мы. Вот это мы положим. А вот это все. Переложим сюда. Все это мое. Ну и кровать надо взять. Все, надо уходить. Ай, холодно. Лед не провалится, только под лед. Не повезет. Да, повезло, я не провалился. Что? Это деревня? Это деревня? Может быть. Это наша деревня. Это моя деревня, старая. Где я раньше жил. Что это за яма? Это была? О, нет, это не была такая яма. Вот он. Это мой дом. Мой старый дом. В котором я жил до войны. Просто по каркасу идеально снесли. И пол пробили. А я не понимаю, как. Здесь только переходить, не упасть. Ногу сломаю. Тут крыша. Нету просто. Колодец. Пустой. Обойти надо. Вот хоп. Это подпорки. Тут все на подпорках. Видимо, последние выжившие успели поставить подпорки, чтобы все не рухнуло. Может, потом построить. О, еще штачок есть. Наверное, здесь обоснуюсь. Ладно, пойду посмотрю потом. По сторонам что-то есть. Тут дом раньше был. Тут уже трава зазеленела. Не верится. Тут подпорка опять стоит. Там огород раньше был. Попью воды. Кстати, может, здесь вода интересна? Ну-ка, попробуй. Кстати, довольно даже нормально, я скажу. Довольно даже нормально. Вроде не отрава. Так там стекло даже не выбито, когда осталось. Тут подпорка стоит, не залезть. Там пещера, в которую я точно не сунусь. Деревья, тут все повзорвано. Все заросло травой уже. Я, наверное, сидел в доме после бомбежа и всего. Еще, может быть, дней 30. Да 30, почему? Я 2 месяца примерно сидел. Я буду строить деревню заново. Я построю дома. Буду строить все это. И строить. Сейчас пойду нарублю. Все баррикады небольшие сделаю. Ничего здесь никого не будет. Вряд ли кто-то может быть. С ударов бомб. Хотя это не бомбы были, это динамит были. Взрывы небольшие. Гораздо у меня верстак есть. Окна заколочу.
что ли, как-нибудь. Так. Спокойно. Давай. Буду прям досками строить. Блин, такие светлые. Вообще не в тему. Прям не вписываются. Как мне крышу строить, а? Здесь тоже поставим. Ладно, вот так вот. Давай. Наискосок поставим. Досок больше нету, блин, окно заколотить бы надо. Это панорамное большое. Ладно, сижу пока что так. Дверку можно ставить себе чем-нибудь. Вот тут есть. Можно все убрать. Мне это пригодится, это. Да и эти тоже столики. Ну, кстати, коврик на них положу здесь, чтобы ноги чистить. Забор. Забор вот сюда можно поставить. Бам. Да. И сюда вот так вот досочку. Да, здесь только рука пролезет. Ой-ой-ой, чё-чё-чё. Ладно, коврик поставим по-другому. Эти тоже, в принципе. Нет, вообще. Не нравится дизайн на коврик. Ставлю-ка его здесь. Во, идеально. Давай, хоп. А, поставил. Да, все, наверное, так пойдет. Даже так можно поставить. Хорошо, мне нравится. Давай еще вот так. Ну и на крайний случай. Все. Ну, пригодился от всего. Заборчик есть. Поставлю здесь. Нормально, кстати. Даже забаррикадировано. Розочек сюда поставим. Достанем все. Ух ты, вовремя все сделал. Дождь пошел. Сюда капельки сдуваются, конечно. Да. Конечно, окно, возможно, было бы и получше. Но я потом лягу, полежу. Буду спать.